там 87-154. Это канал распродаж, поэтому зафиксируйте за собой новую цену на, внимание, новинку. Вот в чем здесь особый подвох, что новинка, а уже такая скидка. Ань, слушай, блуза, ну, очень красивая, просто эффектная. Мы с тобой ее рассматривали перед эфиром. Мне очень нравится то, что она как будто бы лаконичная, но вместе с тем можно даже назвать ее праздничной. Согласна с тобой, она действительно смотрится лаконично. Такая, знаешь, английская лаконичность, английская утонченность. Ничего лишнего нет, но при этом блуза действительно вызывает восторг. Здесь все смотрится неординарно. У нас с вами крой интересный. И если мы обратим внимание на швы, то с изнаночной стороны мы не увидим ни одного обработанного шва. Контрастные черные канты сегодня выступают в роли именно закрытия швов, обработки швов. Это прекрасно. Именно тем, что выглядит это изделие очень дорого. Смотри только на рукава. Очень такое интересное, интересное решение дизайнеров. Да, разные длины рукава. И вот этот контрастный кант, о котором говорит сейчас Аня. Давайте посмотрим качество, чтобы вы убедились, что за эту цену вы получаете исключительнейшее качество и, конечно же, лучший крой и лучшие ткани. 1190 рублей. Вот, кстати, по поводу тканей, и я тебе и задам следующий вопрос. Что за ткань? По ощущениям, как крепдышин, как шелк, как шифон, как все вместе. Да, декоративный шифон сегодня у нас представлен. Мягкий, приятный, комфортный. Сегодняшние декоративные ткани позволяют нам быть уверенными в том, что мы как с комфортом будем носить, так точно так же с легкостью будем ухаживать. Ткань прочная и надежная. Вспоминая старые ткани из натуральных волокон, которые дарили нам не только красоту, но и кучу проблем. Мы носили их только на праздники, и, конечно, стирка занимала очень много времени, а в основном все-таки была химчистка. Сегодня такие ткани мы с легкостью будем стирать дома, и, конечно, носить будем с комфортом не только по праздникам, но и каждый день. Конечно же, я рада за наших модниц, потому что у них есть шанс выбрать свой цвет. У нас появляется третья расцветка. У нас на вешалке был желтый цвет, и на девочках цвета оранжевый и бежевый. Ну, бежевый похож на цвет сухой розы. Итак, я напомню вам цену 1190 рублей. Очень эффектная, красивая блуза. Кстати, она не похожа на предыдущие решения. Это что-то такое совершенно выдающееся. 2390 рублей для тех, кто предпочитает старая цена. 1190 рублей новая цена. И это блуза для тех, кто предпочитает лаконичную классику. Расскажи подробнее про крой. Вот бывают изъяны фигуры, животик и так далее. Ты можешь порекомендовать в этом случае эту модель? Однозначно могу, потому что эта блуза идеально подойдет абсолютно на разные типажи фигуры. Так. Давайте смотреть сразу прям сверху вниз. Давайте. Горловина у нас прекрасно выглядит благодаря тому, что у нее универсальный крой. Она подходит на абсолютно любой тип фигуры, будь то пышные формы, будь то наоборот стандартные. Далее мы смотрим, что у нас есть и выточки по лифу. Именно они позволяют посадить блузу на ваш бюст. Давайте супер. Посмотрим, какая длина у нашей блузы. Кстати, вы обратили внимание, что блузка имеет не одинаковую длину. То есть по спинке у нас с вами 73 сантиметра, а по передней полочке, давайте мы также с вами посмотрим. Здесь мы будем измерять от крайней части плечевого шва, для того, чтобы было более наглядно. Посмотрим, итак. Здесь у нас 69 сантиметров, то есть несколько сантиметров разницы дает нам возможность почувствовать себя женственно и элегантно. Что это нам дает? Когда у нас передняя полочка чуть завышена, а нижняя чуть длиннее. Во-первых, каждый из нас почувствует себя комфортно. Как часто бывает, что вы, надевая на себя брюки в обтяжку, чувствуете себя некомфортно и хочется, чтобы спинка была прикрыта. Так вот, здесь это все соблюдается. Плюс у нас с вами получается, что боковая зона, то есть зона бедра, очень красиво очерчивается. Сразу видны наши округлые формы. И сразу же удлиняется ножка. Поэтому каждый из вас будет чувствовать себя не только стройной, но еще чуть-чуть повыше своего роста. А это значит, вам придаст больше уверенности в своей красоте, в своем стиле. Ты знаешь, Ане очень нравится вырез горловины, поскольку он не слишком глубокий. Я вообще люблю все, что напоминает лодочку. Он делает нашу шею более стройной, более изящной. Ваш стан становится таким прямым, статным. 1190 рублей. Вот сейчас девочки вам это и демонстрируют. Представьте себя в блузе с черным кантом. Какой цвет выбираете? Бежевый на блондинке Любе, оранжевый на брюнетке у нас, вы видите, сейчас Алене, и
еще есть желтый цвет. Но настало время замерить объемы. Итак, давайте посмотрим, как она будет на вас сидеть. Потому что у нас свободный крой, и здесь нет эластичности. Вот. Но при этом блуза должна сидеть свободно. Поэтому посмотрите, 56 сантиметров, даже 57 сантиметров вместе с кантом, дают нам возможность идеально посадить на наши формы. У нас не будет обтягивать спину, как часто бывает такое, что спинка обтянута, и сразу мы чувствуем себя некомфортно. При том, что это 46-й размер, да, то есть у нас значительно свобода предусмотрена в зоне лифа. Да, у нас будет очень комфортно сидеть блуза. Посмотрите, ткань у нас плотная, не просвечивается. Опять же, вы будете чувствовать себя комфортно, но при этом сама ткань невероятно легкая, комфортная. Кстати, ты знаешь, такие ткани фактически не мнутся. Я всегда проверяю их на сминаемость, и отпуская, мы с вами видим, что ткань сама восстанавливается. Слушай, вот ты сказала, что раньше шифоны, раньше креп, сатин и прочее были слишком капризными. Мне похотелось эту ткань проверить, насколько она прочная. Ты знаешь, раньше надеваешь хрясь и просто разошлись по швам вот такие ткани. Вот в данном случае я хочу быть уверена, что за 1190 рублей я все-таки приобретаю очень хорошее качество. Как мы можем это доказать нашим телезрителям? Давайте посмотрим. Здесь у нас есть шов, он проходит по верхней части рукава, начиная от оката, заканчиваясь самим краем рукава. И мы сразу с вами проверим. Посмотрите, я дергаю эту ткань и в надежде на то, наверное, надежда надеется на то, что ткань порвется вместе со швом, но здесь этого не случается. Ткань надежная. Поэтому мы с вами будем уверены в том, что у нас и зона оката, то есть зона проймы, никогда не порвется при каком-то неловком движении, и сама блуза будет носиться очень долго. Кстати, ухаживать за ней также очень просто. Как и носить? Мы ее стираем дома в стиральной машинке, и затем при невысокой температуре нашего утюга мы ее отутюжим с изнаночной стороны. Ты знаешь, я вам так скажу, вот такая блуза может стоить в любом магазине, даже в бутике, 8 тысяч, 7 тысяч, абсолютно легко, потому что это ювелирная работа, она идеальна. Вот любой шовчик, любая абсолютно ниточка, здесь ничего не торчит, здесь все настолько продумано. Ощутите это качество, позвоните, я вам даю персональную гарантию на то, что эта блуза очень высокого качества и стоит она настолько доступна, что сдержаться невозможно. 1190 рублей.